Шведская стенка, гимнастические кольца и не только. В микрорайоне ВРЗ появился новый комплекс универсальных тренажеров для спортсменов разного возраста. Первыми воркаут-площадку опробовали молодые футболисты. Развивает плечевые мышцы, мышцы рук в целом, также направлены на спину. Могут его использовать любого возраста, в принципе, ну, от 8 лет дети. Они забираются по лесенке, по специальной, переходят на турник на сам. Уличные тренажеры расположили на площадке примерно в 100 квадратных метров. Территория для тренировок не очень большая, но для микрорайона ВРЗ появившийся комплекс уже достижение и большая радость. Дети этого микрорайона нуждаются вообще в занятии физической культуры и спорта, учитывая, что здесь, кроме вот этого спортивного кластера, спортивных площадок, больше практически ничего нет, кроме школ. Поэтому это центр притяжения не только детей, но и молодежи, и людей среднего старшего поколения. Спортивный объект оборудовали на средства президентского гранта, который получил местный футбольный клуб «Патриот». Всего затратили порядка 500 тысяч рублей. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.